Привет, друзья! Встали в 5 часов утра. Сегодня мы уезжаем и решили сходить снять этот восход солнца. Он же тут наоборот, из-за моря. У нас в Черном море солнце садится в него, прячется в море. А здесь наоборот, солнце встает из-за моря. Это же надо посмотреть. Ну, естественно, тишина, хотя вон парочка женщин уже гуляет, мы не одни такие. А так, пустота, люди спят. Ну, у нас почему уже... в Черном море, то наоборот-то, в Одессе встает море, и солнце из моря. Да? Вот, да? Значит, надо говорить не просто в Черном море, а у нас в Анапе. А я не помню про Одессу. И вот так вот мы подходим. Вот оно, море. Тихий час на пляже. Лежаки выстроены, народа нет. Пойдем на причал. Восход в 5:40. У вас, наверное, примерно так же. Ой, какие волны. Давай, 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 беги, 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 беги на берег. Море шумит. А надо было записать птичек, которые прямо под нашим балконом пели. Божественно. Нет еще. Печку закрывают. Ты не приближай, Митя, не надо тут приближать совершенно. Наоборот, больше нужно охвата. Смотрите, друзья, как красиво. Основная масса людей не видит восхода солнца. Спим. Ну, хотя бы несколько раз в жизни. Надо увидеть, как солнце встает. В городе сложно сделать дома. А на море-то. Да на любой природе. Точно, там самолет летит на востоке. В Анталию летит. Там пассажиры уже видят солнце. А мы пока нет. Вот такое море. Ну-ка посмотрим водичку. Вот наш пирс. Берег пустынный. Горы. Красивые. Тоже верхушки гор светлеют. Розовеют как-то, что ли. Окошки на отеле уже поймали солнце. Отсвечивают. Но где же оно? За тучками.
платочками. Но оно здесь с нами. Смотрите, как меняется освещение. А вот этот самолет улетает. Ну, красота. Здравствуй, солнце. Ой, как быстро встает. Уже половина видно. Кстати, фамилия наша переводится как «океан» с древнего языка санскрита. В Индии было две династии – лунная и солнечная. Вот цари солнечной династии назывались Сагара. Теперь они живут в Анапе и занесло их в Турцию. Часов 40 минут. Солнце встало. Да. В мире. Да, кстати, переехав в Анапу, мы обратились, что разный световой день в разных регионах. Когда сравнили, оказывается, солнце в разное время встает и садится. Да. Разная долгота, широта. Да. Да. То есть по сравнению с Кузбассом что-то разница до часа достигает в разное время года. Ну вот вы увидели, друзья, в удобное для вас время восход солнца над Средиземным морем в городе Кемер.
Надеюсь, вы слышите, как птицы поют.